Правительство окажет помощь аграриям в финансировании. Об этом сообщил вице-губернатор Оренбургской области Сергей Балыкин. Руководство региона обязуется взять на себя выплату 20% от кредитов сельхозпредприятиям. На совещании отметили ключевые моменты при подготовке к посевному сезону. Задача стоит перед весенними полевыми работами еще раз на совещании у нас все главы, начальники управления довести все необходимые меры поддержки для весенних полевых работ, чтобы провести их качественно, в срок, потому что в этом году предстоит посеять 3,5 миллиона гектаров, причем больше почти на 500 тысяч в связи с тем, что в этом году не были посеяны озимые из-за засухи. В этом году планируют увеличить площадь полей для посева овощных культур, в частности борщевого набора. Проблемы, как отметил вице-губернатор, могут возникнуть с поставкой импортных семян, подсолнечника и кукурузы. В будущем в правительстве планируют создать альтернативу по производству этих видов культур. Мы поставили семена на 220 тысяч гектаров. На сегодняшний день мы можем поставить, и семена в России есть, еще порядка 130 тысяч гектаров, 130-150 тысяч гектаров. Но мы отрабатываем сейчас вопрос по финансированию. Актуальным стал вопрос с оснащением техникой и ее комплектующими. Значительная часть запчастей и элементов сельскохозяйственных машин поставляется из-за рубежа, но специалисты заверяют, поводов для волнения нет. Техника в наличии имеется. Вот, мы готовы и к посевной работе, и к уборочной работе. С запчастями все хорошо, мы готовы к посевной, мы готовы к сенокосу. У нас имеются все расходники. Вот, сейчас мы завозим запасные части на уборочные работы. Вот, мы также готовы и после уборочным работам, поэтому как бы здесь никаких проблем я не вижу. Здесь все спокойно. В этом году на полях будут работать мобильные бригады, которые облегчат работу крупной сельскохозяйственной техники. В правительстве добавляют, проблемы в закупке необходимых материалов для посева могут возникнуть из-за резкого роста цен. Этот вопрос также будут прорабатывать. Алена Круглова, Игорь Бероев, Новости дня.